Путешествие к звездам. Я знал, что тебе понравится. Так, нам надо ее назад, на небо вернуть. А то там на небе звезды могут закончиться. Кеша, небо ведь высоко. Как же мы ее туда вернем? Как-как? Ракету построим. Ракеты – дело пустяковое. Ракету «Звезда-1». А разве ракеты не вверх летают? Что? А, да, так лучше. Вот наша ракета. Осталось только ее построить. Наша ракета большая. А где дверь? Дверь? А, сейчас сделаем. Звезду нужно вернуть до захода солнца. Обратный отсчет. 5, 4, 3, 2, 1 с ниточкой, 0 с половинкой. Старт! Здорово! Вот он! Ну что, выпускаем звезду? Не цыпу, а звезду. Извини, рычаги перепутал. Да, какой прекрасный день. Какой ужасный день. О, лисичка, ты чего такая? Я где-то в лесу потеряла свою сережку и никак не могу ее найти. Что за сережка? Сейчас мы ее вмиг найдем. Вот такая же, звездочка. Ой, а твоя звездочка, похоже, теперь там. Где? Небе. Мы ее с Тучкой на ракете отвезли. В созвездие сережек, звездочек. А что? Звездное небо неплохое место для моей сережки. Может, и вторую туда отправим? Завтра летим всем вместе! Вернем твою сережку, звездочку!
и приключения. Леша, да хватит баловаться, помоги лучше деревья грузить. Я и не балуюсь, а провожу наземное испытание перед космической экспедицией. И вообще, я тут капитан, а ты, как там его, космический ботаник. О! Кеша, Тучка, привет! А что это вы делаете? В космос собираетесь? Привет, лисичка! Не в космос, а на Луну! Мы на Луне деревья сажать будем, а то там не растет ничего. Деревья сажать? Вот здорово! Мы с Цыпой летим с вами! Я буду привязывать на деревья цветные ленточки. Нет, девчонок и Цып не берем. Это тебе не в куклы играть. Лисичка, не расстраивайся. Я привезу тебе лунный камень, самый красивый. Ладно, ладно, мальчики. Попросите вы у меня еще компоту. Цыпа, а мы с тобой все равно полетим на Луну. Говорит командир корабля, приготовиться к старту. Так, три, два... Цыпа! Ребята! Лисичка! Ты что здесь делаешь? Красота-то какая! Лисичка! Нет, лисичка, от тебя тут будут сплошные неприятности. Кеша, ну она уже тут. Не возвращаться же обратно на землю. Ладно, только вообще ничего в ракете не трогать. Да, капитан, а это что, космический руль? Лисичка! Я сказал, ничего не трогать. Лисичка, мы с Тучкой на разведку. В ракете ничего не трогай и ни на что не нажимай. Понятно? Да понятно, понятно. Возвращайтесь скорее. Ничего не вижу! Кеша! Кеша, тормози! Тормози, Кеша! Цыпа! Кеша и Тучка наверняка в опасности! Беру управление ракетой на себя! Летим спасать наших друзей! Так, как там это делал Кеша? Спокойно, Цыпа! Все под контролем! Вот говорил тебе, давай назад поворачивать. А ты, я здесь командир, вперед, навстречу приключениям. Тучка, а у тебя случайно поесть нет ничего? Нет, мы с тобой все в ракете оставили. Эх, как там лисичка? Небось сидит в ракете и плачет. Мальчики, приветики! Лисичка! Все, это последнее. А можно я цветные ленточки на веточке повяжу? Можно, лисичка, можно. Все-таки девчонки и есть девчонки.
контакт. Полная, как ее... А, проверка! Перед стартом корабля. Запас еды на 103 дня. Повторите полетное задание, помощник капитана Тучка. Лететь очень далеко и открыть новые цивилизации. И установить контакт с инопланетянами. Верно! Помощник помощника капитана Лисичка. Новое задание. Заправить ракету. Раз-раз. Итак, продолжаем проверку систем корабля. Например, работает ли вот эта кнопка пуск? Тучка, мы же ракету не заправили. Упс, сломалась, как в прошлый раз. И как в позапрошлый. Да, дома как-то у нас не очень выходят. Но жить-то нам где-то надо. Надо. Тогда продолжаем строить. Давай теперь начнем строить с крыши. Ух ты! Вот это скорость! Раз, и я уже на другом конце вселенной! Включаю бортовой дневник. Так, вижу деревья, очень напоминающие наши деревья. Наблюдаю дикое племя туземцев. Пытаюсь установить контакт. Приветствую вас! Я Иннокентий. Прилетел к вам с планеты Земля. Как? Кажется, они меня не понимают. Попробую другой подход. Что это с ним? Не знаю. Наверное, нас за инопланетян принял. Попробую установить с туземцами пищевой контакт. Здорово! Этот лес мне все больше нравится. А мы не будем ему говорить, что мы не инопланетяне? Конечно, скажем, но чуть позже. Кажется, инопланетяне строят хижину. Я на планете Земля известный изобретатель. Что хочешь, построю. Подарок от землян! Пользуйтесь! Что это? А! У нас на Земле это называется телевизор! Туземцы хотят бассейн. Кеша, ну наконец-то мы тебя нашли. Мы так за тебя волновались. Ой, здравствуйте. Спасибо, что вы нашего Кешу нашли. Я Лисичка, а это Тучка. А это наш Кеша. Саня. Соня. Очень рады знакомству. У вас прекрасный лес, и мы тут останемся. Продолжим контакт. То есть вы не инопланетяне? Это вы что? Меня дурачили все время? Ну вот, доигрались. Бежим. Кеша, прости нас. У нас плохо дома получаются. И жить там негде. А ты такой добрый. Изобретательный. Ой, Кеша, а мне их жалко. Пусть остаются. К тому же это твое открытие. Енотов в нашем лесу еще никто не встречал до тебя. Да? Ну ладно, пусть остаются. Домик я вам дарю, но бассейн строить не буду. Спасибо, нет проблем. Да, бассейн — это ерунда. Вот аквапарк. Аквапарк? А что, аквапарк я могу. Для справки, на планете Земля я лучше всех строю аквапарки. Неопознанный объект.
это здесь? Наверное, бурей принесло. Или, может, из космоса упало. О, мне как раз не хватало такой детали для моего нового изобретения. А из этого выйдет отличная вешалка. А эту линзу можно вставить в телескоп. Колеса прям как у моего скейта. Мне как раз пора поменять. Саня, пошли в футбол играть. Сейчас не могу. Хочу новые колеса опробовать. Ну, как хочешь. Ого, я лечу. Класс. Вот это скорость. Ну, тученце, лови. Это еще что? Ты вернулся! Ну, рассказывай, чего там нового в космосе? Ничего хорошего. Что случилось? Ты такой грустный. Потерял одну очень важную вещь. Какую вещь? Межгалактический самокат. А где потерял? Давайте вместе поищем. Кажется, он упал где-то в вашем лесу. Тогда мы мигом найдем. А как он выглядит? Сейчас покажу. Кажется, я где-то видел эту деталь. Вспомнил! Я точно такую же недавно в лесу подобрал. Ой, а этот руль очень напоминает мою новую вешалку. И моя линза для телескопа. Похоже, не линза, а фара. Значит, самокат при падении разбился. Ерунда! Мы мигом соберем! Тучка, лисичка, несите свои детали! По-моему, чего-то не хватает. Да, не хватает колес. Ну все, зря старались. Колеса – это самое важное. Ребята, а помните, их же Саня забрал. Точно! Саня, к нам инопланетянин прилетел. Оказалось, что та штуковина в лесу – это его разбившийся самокат. Мы все детали уже собрали, остались только колеса. Колеса? Ну да, ты же их на скейт хотел поставить. Да, хотел, но теперь... в общем, они мне не подошли. Сейчас я их принесу. Здорово, вот инопланетянин обрадуется. Ну вот еще, такие колеса отдавать. Не заводится. Похоже, при падении он все-таки повредился. Давай я попробую починить. Бесполезно. На Земле нет таких технологий. Ладно, спасибо, друзья. Вы сделали все, что могли. Друзья, у меня есть идея. Привет. Чего грустишь? Сломался межгалактический самокат. Подарок сестренке. У меня тоже сестренка есть. Может, ты ей что-то другое подаришь? Нет, я обещал именно самокат. Без него я не могу вернуться домой. Понимаю. Сестренки, они такие. Вроде все цело, а колеса не работают. Эх, я самый худший брат на свете. А знаешь, попробуй мои колеса. Вдруг подойдут? Вряд ли. Ура! Работает! Это подарки твоей сестренке от землян. Спасибо вам! Вы самые лучшие друзья! Я обязательно вернусь и привезу вам самого вкусного межгалактического торта. Осторожней там на поворотах! Не потеряй ничего! Телескоп. Ну где же она? Привет, Кеша!
Ой, привет! А чего это ты все разбросал? Ищу детали для своего супер-мега-телескопа. Рядом с нашей галактикой будет пролетать необыкновенная комета. Хочу на нее посмотреть. Здорово! И когда это будет? Через 3 дня. Ну, это еще не скоро. Может, пока в футбол поиграем? Нет, у меня много работы. Идите без меня. Ну, ладно. О, нашел! Такая линза мне подойдет. Готово! Осталось проверить. Так, что это у нас? Похоже, солнце. Цыпа, а где солнце? С таким увеличением я никаких комет не увижу. Придется доработать. Лови, лисичка. Ой, ракетка сломалась. Кеша бы мигом починил. Только он со своим телескопом уже 2 дня из дома не выходит. Да, а может, все-таки заглянем к нему? Пойдем. Привет, Кеша! Привет! Заходите! Ой, какой беспорядок! Нет времени на уборку! Я занят великим открытием! Сейчас такое вам покажу! Комету? Забудьте про нее! Здесь кое-что поинтереснее. Ага. А что это? Новая планета. Ни на одной карте такой нет. Я первый, кто ее увидел. А почему она не круглая? Потому что это уникальная планета. Такой наука еще не знает. Я назвал ее Альфа Иннокентавра. Здорово. Может, теперь пойдем поиграем? Лучше приходите завтра. Мне надо ее изучить. Ну, завтра так завтра. Привет, Кеша. Ты чего такой грустный? Не пойму, что не так? Посылаю радиоволны на Альфа и на Кентавру, а они не отражаются, как будто планеты вообще нет. Но я же ее своими глазами вижу. Не расстраивайся, мы тебе пирог принесли с черникой. Давайте его сюда. Кеша, а можно я пока в телескоп посмотрю? Конечно, только ничего там не крути. Ой! Тученце, но я же просил! Прости, я споткнулся. У тебя тут столько всего разбросано. Я сейчас поправлю. А почему планета переместилась вместе с телескопом? Что? Быть такого не может! Так вот почему радиоволны не отражаются! Планета меняет местоположение! А что, твой телескоп через стены тоже видит? Вообще-то не должен! Да, еще одна загадка Альфа Иннокентавры. А знаете, я, кажется, поняла. Посмотри-ка теперь. Моя планета! Где она? Стерлась. Значит, Альфа Иннокентавры вообще не существует. Не расстраивайся. Кеш, а когда комета должна пролетать? Через час. Отлично! Как раз успеем прибраться. Какая чистота! Спасибо вам! О! Время смотреть комету! Ого! Красотища! Ничего себе! Просто фантастика! Вот это да! Кеша, твой супертелескоп действительно супер! Нет, это вы у меня супер, друзья! Игра в самолет. Дорогие пассажиры,
пристегните ваши ремни. Мы скоро взлетаем. Привет, лисичка! Куда это ты взлетаешь? Здравствуйте, уважаемые пассажиры! Занимайте ваши места. А теперь прослушайте правила безопасности. Лисичка, какие еще правила? Мы к тебе в гости пришли. Чай пить, пироги есть. Напитки и закуски вам будут предложены уже в полете. Я, кажется, понял. Лисичка играет в самолет. Да, это моя мечта. Стать настоящей стюардессой на настоящем самолете. Впустую. Надо исполнить мечту. Сделай настоящий самолет. Ты будешь стюардессой, я пилотом. А я диспетчером. Валя заправщиком самолета. А Саня и Соня туристами. Здорово! Но... И никаких но! Можно собираться в полет. Командир, у меня все. Бак заправлен. Отлично, машина готова. Уважаемые пассажиры, просьба пройти на борт. Ой, подождите. Я... это... одеялки не взяла. Вдруг на борту холодно. Я сейчас... Пассажиры на борту. Запрашиваю разрешение на взлет. Погода ясная, взлет разрешаю. Прием. Ой, стойте! Я пирог забыла. Чем же я пассажиров накормлю? Ну, лисичка, давай быстрее уже. Уважаемые пассажиры, пристегните ремни. Мы начинаем взлет. Кеша, подожди. Моя пилотка. Кажется, я ее дома оставила. Ну и где она? Может, уже без нее полетим? Да, сколько можно? Семеро одного не ждут. Справедливо. Подождите, мы не можем лететь без лисички. Ведь это была ее мечта. Ах да, точно. Ну и что теперь делать? Для начала надо найти лисичку. Лисичка, ты чего? Мы все тебя у самолета ждем. Друзья, спасибо вам, но я не полечу. Я бы очень хотела, но я боюсь летать. Быть стюардессой – это только мечта, несбыточная. Летать боишься? Ну ты даешь! А знаешь, есть у меня одна идейка. Вот, пожалуйста. Приятного вам полета. Наш полет проходит на высоте 10 тысяч метров над землей. Капитан Иннокентий желает всем приятного полета. Ой, ребята, меня укачивает. Мне бы в небо. Оп! Почти поймал.
смотри, как надо! Ого! Водоёт! Здорово! Да уж! Эх, вот бы и нам так летать! Нам? А чем мы хуже какой-то бабочки? Сейчас все будет! Фу! Фу! Какая гадость! И что, все бабочки сначала так? Фу, вообще-то да. Ну, долго так еще ползать? Ну да. Сначала гусеницы, потом куколки, а потом, вот только потом в бабочек превратились. Так, а давай сразу это, окуклимся. Ну, сколько еще висеть? Что-то я уже запарился в этом коконе. А у меня спина чешется. О, наверное, это крылья растут. Все, можно вылезать. Так, давай, раз, давай. Ай, ай. Точка, ну что, что, крылья есть? Красивые? Что-то не видно. Может, мало висели? Знаешь, Тучка, да ну этих бабочек! Если уж летать, то как птицы! Чик-чик, чик-чирик-чик-чик, чик-чик-чирик-чик, чик-чик, чик-чирик-чик-чик. Ну, типа как птицы! А-а-а! Ну, тогда... Чик-чирик-чик, чирик-чирик-чирик, чик-чик, чик-чирик-чик, чирик-чирик-чирик, чик-чирик. Ну все, хватит чирикать. А дальше что? А дальше летим. Давай на раз, два. А может, не надо? Надо! Три! Вот и полетали. Да, хорошо, что я на всякий случай матрас притащил. Не, птица тоже не наш вариант. Есть такая высота, точка, на которую надо запрыгнуть и все, уже не упадешь. Что, правда? Точно тебе говорю, облака так и летают. Давай, давай, тучерца, выше, 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 выше. Точка, я понял. Что? Летать как облака, это не круто. Круто летать, как ракета! Так, ракета-тучка, начинаем обратный отсчет! А может, не надо? Надо, тучка, надо! Три, два! Кеша, тучка, привет! Что это вы делаете? Да вот, взлетаем. Взлетаете? Куда? Ну вот, мы уже и как бабочки летали, и как птицы, и как облака. А теперь вот. Теперь хотим летать, как ракеты. Здорово! Только жаль, что вы не попробуете моего медового пирога. Медового пирога? Это почему это не попробуем? Ну как же, ни бабочки, ни птички, ни облачка, ни тем более ракеты мед не едят. Не едят? Тучка, да что нам эти ракеты? Ракеты это не круто. А что круто? Круто быть медведями. Лисичка, доставай сюда свой пирог. Вот здорово. Да, все-таки неплохо быть медведями. Хоть и не летаем, зато медовые пироги есть можно. Медовые? Слушай, Тучка, а ведь пчелы и летают, и мед едят, так? Тучка, мы с тобой станем пчелами. Путешествие Цыпы. Ой, а с Цыпой однажды такая история случилась. Ну все, Цыпа, запускаю. Решили мы как-то Цыпу научить летать.
Ура! Наконец-то Цыпа полетел! Ой, Кеша, что ты делаешь? Это не я! Это ветер! Ой, Цыпа! Пойдем скорее! Нам надо его найти! И они сразу-сразу друг другу понравились. Цыпуша отвела Цыпу в свой город. Оказывается, у нас в лесу был целый город. А там все выглядит прямо как Цыпа, только не совсем. А еще все в городе хотели улететь, потому что на самом деле у них дом был далеко-далеко. Только их летучий корабль сломался, а починить нельзя, деталей нет. Наверное, потому что импортные. Цыпа, конечно, всем понравился, потому что он хороший. Но тут появился король. Король был строгий и посторонних не любил, и прогнал Цыпу. Цыпа расстроился, но что делать? С королями не спорят. И тут Цыпа подумал: может, если я им помогу, они меня примут? И побежал за деталью для летучего корабля. Цыпа подумал и решил. А давай! Вместе с кораблем. Цыпа, вот ты где! Интересно, а что Цыпа делал, когда нас не было? Но это все правда.